«Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Благовестие, звучащее сегодня, должно сопровождаться знамениями и чудесами, подтверждающими воскресение Иисуса и утверждение, что Он все еще жив, способен исцелять, творить чудеса и разрушать дела дьявола. Книга «Как ходить в сверхъестественной силе Бога» — результат 21-летнего сверхъестественного опыта доктора Гильермо Мальдонадо. Эта книга поможет вам развить веру, действовать в Божьем помазании, чтобы осуществить свое призвание, испытать Его славу и понять, как жить в сверхъестественном. Когда вы поймете полное откровение нашего сверхъестественного Бога и научитесь жить им, вы завоюете весь мир для Иисуса Христа. Присоединяйтесь к тысячам людей, которые приняли это учение. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт по адресу, который вы видите на экране, в ближайшем книжном магазине. Время перемен. Четыре поколения депрессии и самоубийств. Ее дед был в состоянии депрессии, его пришлось изолировать, чтобы он не лишил себя жизни. Ее отец был в депрессии, совершил самоубийство. Она сама подверглась депрессии, совершила попытку самоубийства. Ее дочь совершила три попытки самоубийства. Придя в церковь, она приняла слово о кресте, крови и избавлении. Она была полностью избавлена, а также ее дочь и другие дети полностью избавлены для славы нашего Господа Иисуса Христа. Это удивительно. Она освободилась полностью, представляете? С тех пор она не думает о самоубийстве. Никогда. Ладно, дочь, сколько лет прошло с тех пор, как Господь избавил тебя? Скажи нам. Я бы сказала, около 5 лет. 5 лет. Знаете, почему я вас спрашиваю? Потому что некоторые говорят, это был такой момент. В этот момент она потеряла рассудок, поддалась эмоциям. 5 лет с тех пор, как Господь избавил вас, значит, это шло от вашего... От моего деда. Мой отец совершил самоубийство. Он совершил самоубийство? Мой отец умер, он совершил самоубийство. Моя дочь попыталась 3 раза до того, как я познала Господа. Я пыталась 1 раз. Вы пытались? Я приняла много таблеток, но Господь освободил меня, и мы с дочкой больше не совершали попыток самоубийства. А что здесь произошло? Все 3 страдали алкоголизмом. Для нее это длилось поколениями, но так и не прикоснулось к ней, так как она уже сломала это. Это коснулось лишь ее поколения. Его это коснулось и даже привело к наркотикам. У него еврейские корни, но Господь избавил и его. В нем это тоже влияло на его жизнь. И Господь избавил его. Сколько поколений было алкоголиками? 1, 2, ваши родители, отец? Не могу даже посчитать, сколько поколений моей семьи страдало от этого. Но ваши родители, ваш отец, да, мой отец и мать. А что скажете вы на это? Я знаю только о моих родителях. Родители моей мамы умерли еще до моего рождения. Со стороны отца бабушка не пила, а дедушка... Дедушка очень много пил. Значит, когда дошло до вас, вы бросили. Как давно вы избавились от этого проклятия? От наркотиков? Где-то 15 лет назад. А вы? Только когда я стал ходить в эту церковь, я избавился от наркотиков и алкоголя. Раньше, что бы я ни пробовал, у меня никак не получалось.
До этого вся жизнь шла наперекосяк. Я был двоечником в школе, но придя сюда, я поступил в колледж и стал отличником. Несколько месяцев назад он услышал вашу проповедь и сказал, я больше не буду принимать таблеток. У него было давление 180. В его семье были болезни сердца и высокое давление. Теперь у него нормальное давление 120. В прошлом месяце он ходил ко врачу, и сердце у него в порядке. У моей мамы было больное сердце и высокое давление. Вы взяли слово. Я молился дома, и Господь сказал, перестань принимать таблетки, ты исцелен. Я перестал, я просто их выбросил. Я постоянно проверял давление 2-3 раза в неделю. Всегда было 120-130. Скажу вам вот что, теперь у ваших детей нормальное давление. Закваска Ирода, слушайте, полностью исключает Бога из его системы. Закваска символизирует образ мышления. Она показывает, как люди мыслят. Иисус сказал, берегитесь, предупреждаю вас. Причина ваших сомнений в том, что эта закваска влияет на ваш разум. Поэтому, когда вы испытываете давление и переживаете кризис, это покажет, какая закваска влияет на ваш разум. Каждое чудо — это наставник, который должен приготовить вас к следующему конфликту. Поэтому будьте готовы. Закваска фарисейская — что это? Она символизирует учение религиозных людей. А еще это обряды, церемонии, формулы, методы. Все они направлены на развитие близких отношений с Богом. Отношения с Богом никогда не основываются на формулах, на методах. Обряды тут тоже ни при чем. Отношения с Богом спонтанны. Если вы хотите пережить их, вы должны течь. Итак, о закваске. Иисус сказал, вы не сможете познать Бога. Вот что означает религия. Иисус пришел на землю не для того, чтобы принести религию, а для того, чтобы принести Божье царство и отношения. Иисус не пришел, чтобы принести религию. Итак, что происходит с религией? Иисус сказал, бодрствуйте. Я хочу сделать для вас что-то особенное. Я хочу исцелить ваши тела, восстановить ваш брак. Но вы сомневаетесь из-за такого влияния у себя в разуме, которое воздействует на ваше мышление, на ваши слова, на ваше поведение. Иисус сказал, я хочу, чтобы вы были свободны от такой закваски. Во-первых, фарисейская закваска, потом закваска Ирода, и в-третьих, нет времени смотреть это в Библии, но Иисус сказал, берегитесь закваски саддукеев. Что это за закваска? Во времена Иисуса саддукеи были такими людьми, которые не верили в сверхъестественного Бога. Другими словами, Иисус сказал, «Остерегайтесь тех, кто не верит в чудеса. Остерегайтесь подобного влияния».
Теперь, когда вы представляете людям сверхъестественного Иисуса, они как бы пугаются, потому что не привыкли к живому Иисусу. Они не знают воскресшего Иисуса. Они знают исторического Иисуса. О да, это был тот Иисус 2000 лет тому назад. Но как же сейчас? Верите ли вы, что Он продолжает менять людей? Верите ли вы, что Он восстанавливает браки? Верите ли вы, что во время бури вы имеете надежду в Нем? Верите ли вы, что Он взял власть над бурей? Итак, Иисус сказал: «Остерегайтесь такой закваски, которая влияет на ваш разум и говорит вам при этом: сегодня чудес нет, и быть просто не может». Каждый раз, когда вы видите что-то сверхъестественное, послушайте, невозможно дать Богу определение, не включив в Него сверхъестественное. Скажите мне, как вы определите Бога? Если вы скажете: «Бог благ», «Бог велик», но не включите при этом сверхъестественного, то это не Бог. Бог — это сверхъестественное существо со сверхъестественными способностями. А что значит «сверхъестественное»? Он может прийти к тебе и вмешаться в твою жизнь. В тот момент, когда надежды больше нет, когда ты сказал: «Все, кончено». Послушайте, как нам изменить шторм? Как нам изменить проблему без сверхъестественного Бога? Мне нужно чудо каждый день моей жизни. Мне нужно чудо в финансах. Мне нужно чудо в браке. Мне нужно чудо. Нужно чудо для того или для этого, неважно. Для того, чтобы совершилось это чудо, нужен сверхъестественный, чудесный Бог. Итак, Иисус сказал: «Берегитесь закваски, которая говорит, что сверхъестественного не существует». Кстати, когда Иисус говорил о воскресении, они сказали: «Нет, мы в это не верим». Саддукеи во времена Иисуса были рациональными людьми, материалистами и большими интеллектуалами. И вот что они говорили: «Если я не понимаю, я не верю в это». Можно сообщить вам хорошую новость? Читая Писание, мы видим, что Бог никогда не делал ничего, что было бы понятно нам с вами. Можно вам еще кое-что сказать? Однажды Он позвал Ноя и сказал ему: «Ной, дорогой мой, построй мне ковчег». Что? «Построй мне ковчег». Зачем? Дождя ведь никогда еще не было. Затем он сказал: «Приведи всех животных со всей земли, приведи их в этот ковчег». Это непонятно. Он сказал: «Собери их». И вот они собрались. Тигры из Китая, слоны из Индии. Я хочу, чтобы вы увидели чудо. Они собрались, вошли в корабль подвое парами. Подвое они вошли в корабль. Слушайте, они оставались внутри 40 дней и не съели друг друга. Как это объяснить? Ну, пастор, вы не понимаете. Я не верю в то, чего не понимаю. Вот в этом-то вся и причина. Старайтесь сначала поверить, а потом уже понять. Слушайте, сначала вы верите, а потом понимаете, а не наоборот. Если тебе нужно чудо в твоей жизни, не обязательно понимать. Просто поверь. Бог вмешается в шторм. Просто поверь. Бог сделает это. Итак, какой у тебя Бог? Мертвый или живой? Если Бог просит тебя о чем-то, что тебе непонятно, ну, Ной тоже не понимал. 40 дней они провели на корабле, и лев не съел ягненка. Это было чудом. Однажды было три человека. В те дни был царь, который сказал: «Все должны мне поклоняться». Они сказали: «Нет, мы поклоняться не будем, а будем поклоняться только Богу». Он сказал: «Вы не будете? Ну что ж, ладно, давайте разведите мне огонь».
чтобы там было горячо. И бросьте этих троих туда, в огонь. Затем царь повернулся и сказал, «Я думал, что их было трое, а теперь там почему-то четверо». Слушайте, это вам понятно или как? Взять кого-то, бросить в огонь, и человек начнет плясать. Затем царь сказал, «Я бросил трех человек, а теперь их четверо». Я что, считать разучился? Видите? Здравый смысл не может охватить сверхъестественное. Он не может вообразить себе могущественного Бога. Итак, для того, чтобы ходить в вере, надо на мгновение потерять рассудок. Вы скажете, пастор, но мне нужен рассудок. Да, наш рассудок имеет свое место, но не для того, чтобы верить в сверхъестественного Бога, потому что его дела будут превышать ваше рассуждение, ваше воображение, ваше понимание. Вы скажете, вот это да, вот такой у меня Бог, вот это да. Бог восстановит и обновит меня. У меня не было никакой надежды, но я увидел, как Бог вмешался в мою жизнь. Вот это и есть чудо. Итак, они увидели четырех людей внутри, и царь сказал, «Не может быть, их что, на самом деле четверо?» И его помощники говорят, «Их не только четверо, но еще они и не сгорают. Они там танцуют, они улыбаются». В них радость, неземная радость. Это было непонятно. Итак, во времена Иисуса была такого рода закваска. Они не верили в сверхъестественного Бога. Иисус сказал, берегитесь, остерегайтесь, не позволяйте ей повлиять на ваш мозг. Через многих людей эта закваска распространилась. Им трудно поверить. Я знаю, пастор, я однажды это сделаю. Я знаю, что Господь восстановит мой брак однажды. Я знаю, что однажды я поеду на миссионерские поля, скажем, на Кубу. Я знаю, однажды, когда-нибудь потом. А что, если я скажу вам, что Бог сделает все это прямо сейчас. Бог все делает сейчас. Не жди завтрашнего дня. Бог все делает сейчас. Итак, что вы скажете? Иисус сказал, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Иисус сказал это в Евангелии от Матфея, 13 главе, 33 стихе. Он так сказал, «Такого рода закваска повлияет на ваш разум, а я хочу, чтобы вы изменились». Иисус сказал, Евангелие от Матфея, давайте посмотрим, 13 глава, 33 стих, «Хочу, чтобы вы сами это увидели». Вы не сказали «Аминь». Итак, Иисус сказал, «Иную притчу сказал он им. Царство небесное подобно закваске». Закваска — это то же самое, что дрожжи. Скажите вместе со мной. Дрожжи. Давайте, скажите. На что похоже Божье царство? А что делают дрожжи? Что делает? Закваска влияет на ваш разум, поднимается. Если ее положить в тесто, Иисус сказал, это три вида закваски. Берегитесь их, отвергайте их. Когда люди подойдут и скажут, Бог не совершает чудес, не принимайте этого. Бог творит чудеса сегодня. Во-вторых, когда к вам разговаривают фарисеи, они имеют набожный вид, но у них нет силы. Какой же силы? Силы меняться, силы преобразовываться, силы говорить с бурей. Сила, сила. Иисус сказал, берегитесь тех религиозных людей, у которых нет силы. В-третьих, он сказал, берегитесь саддукеев, людей, которые не верят в чудеса, не верят в сверхъестественного Бога. Но Бог сверхъестественен. Затем он сказал, я хочу, чтобы вы знали,
Я хочу, чтобы вы оказывали влияние закваской, которая называется «закваска царства». Восплещите руками и воздайте ему хвалу, потому что он велик. Прославьте его. Что такое закваска царства? Что такое закваска царства? Что она делает? Что она делает с вашим разумом? Она повлияет на то, о чем вы думаете. Мышление изменится. Дам вам короткое определение. Закваска царства дает вам возможность принести небесную реальность на землю. И снова скажу это. Закваска царства дает возможность небесной реальности Божьего царства прийти на землю. Другими словами, если вы не позволите этой закваске повлиять на свой разум, на свой образ мышления, вы никогда не увидите реальности неба. Почему? И что это такое? Иисус сказал, «Царство небесное, как закваска, которая распространяется повсюду. Нужна лишь небольшая доза, чтобы заквасить ваш офис. Нужна лишь небольшая доза, чтобы прийти на работу и принести туда закваску царства». Так что же такое закваска царства? Закваска царства — это внесение Божьей реальности. Это не что-то неприкосновенное и нереальное, это что-то очень конкретное. А ведь все люди хотят узнать что-то реальное, настоящее. Люди устали от религии. Они хотят знать реальность, что-то конкретное, то, про что они могут спросить. Кто может научить меня, и кто поможет мне познать Бога лучше? Кто может сказать мне, насколько Бог велик? Кто может рассказать мне о сверхъестественном Боге, чтобы я знал и был просвещен? Послушайте, когда вы вносите такую закваску в свой разум, когда эта закваска действует у вас в разуме, когда сверхъестественное становится естественным, и вы изменяете все вокруг себя, но начинается все в сердце. Пастор, в течение 20 лет он был в оковах наркотиков, алкоголизма, мыслей о самоубийстве и депрессии. Его мать страдала депрессией, его отец был алкоголиком и страдал от наркотиков, а также его дед был алкоголиком и наркозависимым. Это было проклятие поколений, и он разрушил его, когда пришел к пониманию силы креста 2 года назад. Он полностью освободился. Но то, чего вы не знаете, он жил на улице, верно? Я жил на улицах под мостами, ходил в туалет, в каналы. Я был зависим от героина, думал о самоубийстве. Я не ценил жизнь. Я считал, что мне никогда не будут прощены все грехи, которые я совершил. Но дьявол — лжец. Ведь Иисус умер за все мои грехи. Он пришел спасти не праведников, а грешников. Он ненавидит грех, но он любит грешника. Я достоин его любви. Можно вам кое-что сказать? В этом Евангелие царства. Что случилось здесь? 4 поколения. 4 поколения душевной депрессии и самоубийств. Душевная депрессия. Ее дед был в состоянии депрессии. Его пришлось изолировать, чтобы он не лишил себя жизни. Ее отец был в депрессии и совершил самоубийство. Она сама подверглась депрессии и совершила попытку самоубийства. Ее дочь совершила 3 попытки самоубийства. Придя в церковь, она приняла слово о кресте, крови и избавлении. И была полностью избавлена. А также ее дочь и другие дети полностью избавлены для славы Иисуса Христа. Ладно, дочь, сколько лет прошло с тех пор, как Господь тебя избавил от этого? Меня? Я бы сказала, около 5 лет. 5 лет. Знаете, почему я вас спрашиваю? Потому что некоторые говорят, это был такой момент. В этот момент она потеряла рассудок, поддалась эмоциям. 5 лет с тех пор, как Господь избавил вас. Значит, это шло от вашего... От моего деда. Мой отец совершил самоубийство. Он совершил самоубийство?
Мой отец умер, он совершил самоубийство. Моя дочь пыталась 3 раза до того, как я познала Господа. Я пыталась 1 раз. Вы пытались? Я приняла много таблеток, но Господь освободил меня. И мы с дочкой больше не совершали попыток самоубийства. А что здесь произошло? Все 3 страдали алкоголизмом. Для нее это длилось поколениями, но так и не прикоснулось к ней, так как она уже сломала это. Это коснулось лишь ее поколений. Его это коснулось и даже привело к наркотикам. У него еврейские корни, но Господь избавил его. В нем это тоже влияло на его жизнь, Господь избавил его. Сколько поколений было алкоголиком? 1, 2, ваши родители, ваш отец. Не могу даже посчитать, сколько поколений в моей семье страдало от этого. Но ваши родители, отец, да, мой отец и мать. А что вы скажете? Я знаю только о моих родителях. Родители моей мамы умерли еще до моего рождения, со стороны моего отца. Моя бабушка, она не пила, а вот дедушка, он пил. Значит, когда дошло до вас, вы бросили. Как давно вы избавились от этого проклятия? От наркотиков где-то 10-15 лет назад. А вы? Только когда я стал ходить в эту церковь, я избавился от наркотиков и алкоголя. До этого жизнь шла просто наперекосяк. У меня ничего не получалось. Я был двоечником в школе, но придя сюда, я поступил в колледж и стал отличником. У нее была пульсация в сердце, как со стороны матери, так и со стороны отца. Это сохранялось у нее до взрослого возраста. Что произошло, когда вы пришли к Иисусу? Я стала входить в служение постепенно. Я помню, как один раз вы призвали молиться за исцеление сердца. Сидя на своем месте, я подняла руки и приняла избавление. С тех пор у меня не было никаких проблем, никакого стресса. Мое сердце бьется нормально. Но она также ходила к врачу. Ее подключили к аппарату, но так и не смогли ничего найти у нее в сердце. Что сказал врач? Ничего не могу найти. У вас никаких проблем с сердцем. Проклятие было разрушено. Это время для перемен с апостолом Гильермо Мальдонадо. Эта программа посвящена преобразующим библейским принципам, принесению ценностей Божьего Слова назад в общество. Иисус — это истина, путь и жизнь. Если у вас есть молитвенная нужда, или вы хотели бы приобрести аудио или видеокопию сегодняшней передачи, пожалуйста, пишите нам по адресу, который вы видите на экране. Или звоните нам по телефонам, которые сейчас видны на ваших экранах. Заходите на наш сайт. Время для перемен создано на ERG Media at King Jesus International Ministry. Спасибо за молитвы и поддержку нашего служения. Спасибо за то, что были с нами. И помните, сегодня время для перемен.